Теремок ТВ. Математика. 1 + 1. 1 + 1 будет... я не помню. Эй, Додо, что тебя огорчило? Задача. О, я помогу тебе решить ее. Сейчас расскажу тебе, Додо. Я буду твоим учителем, тича. Задача эта легко. Тебе просто нужно представить предметы. Как вот эти. Итак, ученик Додо, слушай своего учителя. Йо, тича. У меня один банан в одной руке и один банан в другой руке. Если я съем один, а затем съем второй, сколько бананов я съем? О, учитель Тентен! Тича Тентен! Я понял! Да? Один! Нет, неверно! Я съел два банана! Тича Тентен, это очень сложно! Не переживай, ученик Додо! Как твой учитель, тича, я знаю, как помочь тебе в решении этой задачи. Смотри внимательно, ученик Додо. У меня две клубники. Если я разделю их, у меня будет одна клубника с этой стороны, а другая клубника с той. А если я положу их обе в рот, то сколько ягод я съем? Одну! Мне жаль, Додо, но это неверно. Мне жаль, тичер Тентен. Я не могу решить задачу с бананами и клубникой. О, у твоего учителя, Йо Тича, есть гениальная идея. Смотри, Додо, у меня есть одна кость здесь, а другая здесь. Вопрос, сколько костей Додо хочет съесть? О, две кости! Я хочу съесть две кости. Ха, совершенно верно, Додо. Ты быстро учишься. Спасибо за урок, тича Тентен. До встречи. Идем в поход. Ходить в поход так весело. Правда, Бен-Бен? Это точно. Я люблю лагерь у воды. Вот-а. Здесь мы можем купаться и рыбачить. И для нашего пикника мы разведем огонь. Фая. С его помощью мы пожарим зефир. Как здорово! Наш лагерь разместится у воды. Water. И мы разведем огонь. Fire. Пойду принесу зефир. Я люблю зефир, поджаренный на огне. Fire. Но сами мы не сможем разжечь костер. Нам нужна помощь взрослых. Готово! Теперь все готово для купания в воде. Вот-а! Я люблю плавать в воде с надувной уткой. Отлично! Теперь мы можем разжечь костер, да, мяу-мяу? Фая! Еще нет, Додо! Нам нужно дождаться, когда папа придет домой. Он разведет огонь. Fire! А пока поплаваем! Не переживай, Додо. Папа разведет огонь позже. Обещаю. Давай, иди к нам. Смотри, это твой любимый надувной утенок. О, точно! Это был лучший зефир за последнее время. Точно, сегодня я буду спать прямо здесь. Подальше от костра, Додо. Фая, это небезопасно. Лучше всего пойти спать в палатку. Спасибо, ребята. Увидимся утром. Пусть наступит ночь, Бен-Бен. Звучит здорово. Good night, мяу-мяу.